Приветствую вас, мои дорогие друзья! С вами Лилия Донскова, и сегодня распаковка моего заказа из компании Siberian Wellness. У меня очень много новинок, и мне не терпится вам их все показать. Итак, с чего начнем? Давайте с коллагена. Вот такая упаковка, это новинка. Обратите внимание, это клубника и лайм. Этот продукт у нас представлен теперь, получается, в трех вкусовых категориях. Первое. Очень невкусно, морской коллаген, просто вот прям рыбный вкус такой, ух, прям, я могу его пить только с чем-то в смеси. Второй, черника и ваниль, прям, очень вкусный. Этот я еще не открывала, как видите, он весь запечатанный, и я его хочу открыть на отдельном ролике, прям открыть, размешать, попробовать, чтобы прям вот первую эмоцию, первые вкусовые ощущения, которые у меня будут, я, чтобы прям вот, показала. Почему-то хочется именно так сделать. Но уже даже от коробочки вкусно пахнет. Даже через закрытую упаковку чувствую что-то очень вкусное. Итак, вот этой упаковки коллагена хватает ровно на месяц. Коллаген лучше всего пить утром натощак. Но я не всегда успеваю выпить утром или не всегда хочется. Я иногда это делаю между завтраком и обедом. Скорее, да, очевиднее всего, что я именно так больше всего и делаю. И я вам рекомендую тоже пить коллаген. Почему? Потому что коллаген, он влияет на наш внешний вид, да. А если мы внешне хорошо выглядим, значит, у нас и внутри все в порядке, потому что красота начинается изнутри, а не снаружи, если мы там кремиком, да, все примазали, припечатали. Но это не факт, что красота сохранится. А давайте сразу посмотрим, что еще есть для красоты в нашем арсенале. И я сейчас достану несколько баночек сразу, то есть это вот такие вот коробочки, я уже, кстати, все попробовала, вот такие вот красивенькие коробки, что внутри. Ну, давайте, во-первых, презентую, что это новая серия, которая называется Wellness Sea. Она упакована вся в пластиковую упаковку с дозатором, такой цвет серый графит. Мне очень нравится, что везде есть дозаторы, и я в руках держу гель для умывания, тонус и увлажнение. Здесь морской коллаген и ламинария. Расскажу вам, что проделали наши косметологи. То есть в команде много профессиональных косметологов. И они изучили состав. И, честно говоря, у них глаз задергался. А что так можно, чтобы при таком составе была такая невысокая, то есть очень доступная цена? Оказывается, да, можно. И вот мы этим уже пользуемся. Итак, гель для умывания. Далее здесь маска для лица. Я вам тоже покажу, как это выглядит. Вот такой маленький флакончик с дозатором. Очень удобно. Снимаешь, выдавливаешь небольшое количество масочки. Она вот такого кремообразного вида. Ага, чуть-чуть вам буду показывать, чтобы вы имели представление. У серии есть аромат, но не у всех продуктов. То есть у некоторых продуктов аромат нейтральный, как, например, у маски. А у некоторых продуктов, потому что линейка широкая, аромат насыщенный, как в спа-салонах. То есть такой прям вот морской аромат, такой настоящий, такой чувственный, такой не оставляющий равнодушными никого. И я сразу влюбилась в эту серию, потому что мне кажется, это просто супер. Сыворотка для лица, лифтинг и тонус. Здесь у нас тоже морской коллаген и полулан. Состав очень богатый, естественно, я не учила наизусть и не собираюсь этого делать. Что делает эта сыворотка? Смотрите, формула. Активатор молодости с арктическими водорослями увлажняет, стирает следы усталости, возвращает лицу здоровое сияние, четкие контуры и замедляет процессы старения. Прям то, что нужно. Экстракт фукуса активизирует обменные процессы, лимфодренаж и детоксикацию. Успокаивает, смягчает, улучшает микрорельеф, снижает выраженность морщин. Вот так вот. И, конечно, крем. Да, то есть это полноценная серия. Умылись, масочку сделали, сыворотку нанесли и потом, конечно, нанесли крем для лица. Здесь у нас морской коллаген и ламинария, да, лифтинг и увлажнение. Подходит серия для разных возрастов, то есть нужно смотреть по состоянию кожи. То есть если есть сухость, если кожу нужно увлажнить, если ее нужно, да, придать ей тонус, да, чтобы она подтянулась, выровнялся рельеф. В общем-то, как я посмотрела, подходит и молодежи. Я взяла сначала, просто купила, потому что понравилось.
Лера увидела, моя дочка ей 24 года, она сказала: «Мама, я хочу это». Я говорю: «Забирай, я буду иногда пользоваться, потому что я для себя выбираю, ну, другие продукты. Мне сейчас вот прям моя любовь – это серия Ауру с куркумой, вот аромат меда. Она такая вся золотистая, переливается. Я просто в восторге от этой серии. Мне кажется, у меня даже вот лицо какое-то стало другое абсолютно. Оно сияет. Я утром просыпаюсь, ведь показатель для взрослой женщины, а на минуточку, мне уже в мае будет 50. Какая ты проснулась утром? Если ты утром проснулась такая вся помятая, с мешками под глазами, ну фу, отеки, если цвет лица такой серый, тусклый, то это говорит о том, что уход не очень правильно подобран, то есть уход нужно улучшить, да, добавить что-то. И изнутри подпитать кожу. Я сейчас пью гиалуроновую кислоту с витамином С, я пью коллаген, я пью белковые коктейли, у меня есть еще разные вкусняшки, которые я кушаю в виде мармеладок, например. Даже чай «Женская гармония», он же работает изнутри и улучшает общее состояние женщины. В общем-то, я очень много витаминок всяких разных пью, огромное количество. У меня, знаете, вот сейчас стоят рядом два огромных пакета пустых баночек, и я смотрю на них и думаю: как их записывать? Это же будет ролик на 2 часа, потому что вот просто я в шоке. И я не знаю, буду я записывать его или нет. Ну, наверное, может быть, да, не все покажу, но частично запишу. Так, вот я вам продемонстрировала серию. Ну, мне очень нравится, да, что это вот с дозатором, вот такие вот. Можно любую капельку себе, да, выдавить, какую удобно. Такой вот крем легкий, питательный. У нас в чате все просто... Ой, крем так приятно пахнет. Все пищат, особенно взрослые женщины, что они вот просто вот, ну, да, кайфуют от удобства серии, от того, какое у них лицо стало, как приятно на лице все ощущается. То есть для нас что важно? Чтобы мы нанесли сыворотку, она быстро впиталась. Нанесли крем, он впитался, не оставляет следов липкости, но ощущение мягкости, ухоженности, чтобы не было расширенных пор. Знаете, ну как будто вот кожа, да, такая подсобирается и становится более плотненькой. Ну вот это про эту серию. Но смотрите, серия у нас очень объемная. Здесь есть еще гель для душа. Вот это просто моя любовь. Я его сразу открыла и пошла с ним в душ. И сейчас я его, кстати, расход очень маленький, очень густой, такой концентрированный гель. Он с таким ароматом, вот просто потом от рук пахнет вот этим вот спа, морем, вот это, да, соленое море такое вкусное. Я в восторге. И потом я посмотрела просто примерно цену, 300 с чем-то рублей, а учитывая, что у меня кэшбэк 25% возвращается, и здесь 250 миллилитров, я подумала, что вот этот продукт можно использовать не только как гель для душа, а просто как мыло для рук, потому что это настолько комфортно, это настолько вкусно, такой чистотой, свежестью морской пахнут ручки, что просто вот, ну, я в восторге. И еще 3 баночки, которые я еще не открыла. То есть я получила продукцию, частями получала. Первая пришла серия для лица, потом и гель для душа. Потом появились вот эти продукты, я их заказала. Итак, что здесь? Шампунь, увлажнение и объем. И тоже в составе морской коллаген и ламинария. Кондиционер для волос, увлажнение и блеск. Тоже эта же серия. Представьте, как это классно выглядит, стильно и очень так современно. Еще не пробовала, поэтому не знаю, что вам сказать про эту серию. По отзывам все в восторге. Вот теперь девочки нас начали рекомендовать. Если клиенты спрашивают, да, и в чате задают вопрос новички: а что порекомендовать клиентке для волос? Какие волосы? Ну вот сухость, да, пережженные. Пожалуйста, Wellness Sea, это лучшая серия, то есть девочки прям вот в восторге. А вот это мы с вами сейчас попробуем. Крем для тела, увлажнение и упругость. Мы сейчас найдем, как открыть. Так, где у нас open? Так, это стоп, а сюда open. Как-то надо повернуть, чтобы оно вылезло. О, ой, вы видели, да? Я повернула, оно уже быстро сработало. И вот на эту ручку я нанесу вот этот крем. Много, конечно, я выдавила туда же на тюбики. Висит, но я потом на все руки нанесу. Легкий. Если сравнивать вот с ароматом гель для душа, то он прям насыщенный.
то крем для тела, он уже не такой насыщенный. Легкий аромат, тоже морской такой, водорослевый. Приятный. Мне кажется, если вот будет лето, то уже даже духами не нужно будет пользоваться или туалетной водой. Достаточно увлажнить кожу вот таким вот кремом для, после душа, и получится такой классный эффект. Как раз вот легкий свежий аромат. И ты такая вся, да, как будто только из моря вышла, из пен морских. Хорошо впитался, прям быстро, хотя не жидкий, если вы видите, да, вот он вывалился, то есть он такой прям густой, то есть это не жидкий лосьончик, который там течет как водичка, нет, это хороший, питательный, сытенький, я бы сказала, да, я люблю такие слова подбирать, чтобы было понятно, сытенький, это значит кожа чувствует увлажнение, бывают некоторые кремы, которые наносишь, они ушли, а ощущение, как будто я ничего и не наносила. И думаешь, так, а я вообще руки-то кремом когда последний раз мазала? А этот сразу вот хорошо увлажнил, так напитал. Вот я его прям чувствую. Я думаю, что он быстро в течение минутки. Обычно такие вот хорошие средства, они впитываются. Так, все, вам показала про эту серию. И сразу же покажу для волос новинка. Сыворотка для кожи головы с гиалуроновой кислотой. Давайте про нее что-нибудь почитаем. Интересное? Коктейль здоровья для кожи головы и волос. Интенсивно увлажняет, ускоряет обменные процессы, усиливает клеточное дыхание, способствует устранению сухости и шелушения. И в составе гиалуроновая кислота, ниацинамид, представляете? Это один из моих любимых компонентов в уходовых средствах. Сок алоэ, депантенол, глицерин, молочная кислота, экстракты сибирских растений. Нанести на кожу головы по проборам при помощи дозатора. Вы видите, да, здесь такая маленькая пимпочка. И это делать нужно не смывая. То есть нанесли, помассировали вечерочком. Да, написано вечером. Помассировать, не смывать. И пользоваться 1-2 недели. Отлично. Все, я буду пользоваться. У меня, кстати, так сильно выросли волосы. Я вам передать не могу. Они у меня уже ниже попы. Они растут очень быстро. Я думаю, что это за счет того, что вот много, да, таких продуктов, которые хорошо влияют на клетки, на обменные процессы, на омоложение клетки. Я вам сейчас покажу, что я пью, и вы тогда сами все поймете. Так, вот это. Органический германий и коэнзим Q10. Наверняка вы наслышаны про вот этот продукт, а про германий я знаю, что не все слышали, насколько это интересный продукт. И если вы, да, вот заинтересовались, прям я рекомендую почитать полную, да, вот инструкцию, да, там, как это называется, полное описание к этому продукту. Потому что вот если вкратце, для чего я его пью, да, мы это называем ген молодости. Германий – это ген молодости. Но еще он очень круто насыщает клетки кислородом. А у меня, знаете, как было? У меня были головные боли, особенно после перенесенного ковида. У меня повлияло на сосуды головного мозга, и у меня часто стали головные боли возникать. И когда я сдала определенные анализы, которые мне назначил врач, то она мне сказала, тебе германий пить нужно на постоянной основе, потому что он как раз доставляет кислород к головному мозгу, у тебя пройдут головные боли. И еще это ген молодости, то, что круто влияет, да, в целом на тебя, на всю. И коэнзим Q10, тоже потрясающий продукт, который также... Нам нужен, да, для того, чтобы сохранить молодость и красоту. Ну, показаний, конечно, очень много, но я, честно говоря, вот все, конечно, не буду перечислять, но здесь вот это наша активность, это энергия, это наша ресурсность, да, чтобы вот долго оставаться молодыми, энергичными, красивыми, чтобы отдалить процессы старения. Еще, кстати, мне очень нравится такой продукт «Селен». Тоже его сейчас пью. Он у меня идет в моей женской программе. Но у меня программа расширена, ну такая широкая, потому что у меня получается как бы все связано, да, щитовидка, там женское здоровье, голова, то есть все это связано.
и сердце, да, также. То есть у меня по некоторым, да, анализам нужно, да, что-то там подтянуть, на что-то там дефициты какие-то позакрывать. Поэтому селен я сейчас тоже пью на постоянной основе, пока программа идет. И вам тоже рекомендую. Кстати, йод, если у вас дефицит йода, он усваивается селеном. То есть селен помогает усвояемости йода, чтобы не просто так, да, его глотать и на унитаз, чтобы он сливался, а чтобы он, да, работал на наш организм. Что еще мне очень нравится? Это поддержка печени Синхровитал четверка. Я даже сейчас открою банку, потому что это все для себя, и покажу вам. Тут просто так интересно. Вот в этой баночке очень много капсул, сейчас скажу сколько. 60 зеленых и 60 беленьких. Я надеюсь, вам видно, да, что там есть темные капсулки, они темно-зеленые, и светленькие, они полупрозрачные. Я так люблю нюхать эти все баночки, когда их открываешь, нюхаешь, некоторые настолько вкусно пахнут, вот особенно цинк не нюхали никогда. Баночку открываешь, и просто это такой аромат, просто невероятный. Итак, что такое Синхровитал четверка? Это поддержка печени. Вот смотрите, у нас печень – это фильтр в нашем организме, да? Какая идет связка? Печень все фильтрует, потом идет, да, в желчный и дальше кишечник. И вот смотрите, если в печени у нас не, да, вот это не нейтрализуются шлаки токсины, да, как это называется все, то это куда пойдет дальше? А нам это дальше пускать нельзя. И на печень обычно идет большая нагрузка, особенно если вы начали вдруг программу по стройности, если вы решили сбросить лишний вес, или если у вас идет какое-то лечение, может быть даже антибиотики, или еще какие-то, да, вы пьете препараты аптечные, которые вам необходимы для здоровья, чтобы поддержать свое здоровье, да, чтобы сохранить свою жизнь. Но всегда, да, читайте в аннотации то, что, да, там, ну, на печень это все влияет. Поэтому, в принципе, для печени нужно что-то для поддержки постоянно пить. У нас есть для этого чай печеночный, у нас есть ЭПАМ четверка и синхровитал. Вот я пью синхровитал всегда, утром и вечером, уже несколько месяцев, потому что я еще и делаю детокс-программу постоянно, чередую детокс, тригель. И поэтому печень должна быть прям, ух, какая, да, заряженная, готовая к встрече недругов. Поэтому вот синхровитал у нас прям банками летит, потому что пьем всей семьей. И что я еще обожаю, это продукт, наверное, номер один в компании Siberian Wellness, это новамин. И почему его много, всегда в каждом заказе у меня есть новамин. Давайте сначала скажу, что это. Новамин – это не просто мощный антиоксидантный комплекс, это уникальное сочетание витаминов, кстати, комплекс с 30-летней историей. И этот комплекс был создан для онкобольных, для того, чтобы их поддержать после операции, после химио- или гормонотерапии. Новамин специально для этих людей. И пить его, если, да, вдруг вот онкология, пить на постоянной основе, потом уже по 4 капсулы каждый день, для того, чтобы не было рецидива, чтобы защитить рядом здоровые органы. Даже если, да, человек перенес операцию, даже если у него все вошло в норму, то, ну, это может, да, при каком-то стрессе, при каком-то, да, стечении обстоятельств опять все, да, вспыхнуть. И вот новамин, он помогает вот этого, да, сохранить здоровье и не развиваться онкологическим заболеванием. Представляете? Вот. Если вы полностью здоровы, и вы знаете, что у вас нет онкологии, то просто пить его для того, чтобы ее и не было никогда. Еще, во-вторых, это очень мощный антиоксидант, и он помогает быстро работать с вирусной атакой. И если вдруг заболели, то просто ударную дозу до 10 штук в день. Даже деткам маленьким дают, да, одну капсулку дали, там половиночку высыпают, ложечку, там водичку, но это уже под ответственность родителей. Но у нас, да, люди это делают и говорят: круто, ребенок быстро там не разболелся, быстро поправился, все классно. Ну, конечно, да, это уже вы сами решаете, давать ребенку или нет. Что-то еще хотела сказать. Новамин, кстати, если
Был веселый вечер, праздник, да, и было выпито большое количество спиртного. И утром бывает такое состояние похмелья. Так вот, новамин, он также помогает от похмелья быстро, быстро справиться. Вот. Ну, классный продукт, вообще легенда. Про него все знают, мне кажется, потому что у меня часто люди приходят в команду и говорят, мне новамин и корень. Откуда знаешь? Да все говорят, все рекомендуют, да, и врачи рекомендуют, и фармацевты знакомые, то есть все рекомендуют, или соседка, или там подруга сказала. То есть люди зачастую приходят за новамином просто, а потом проваливаются, когда весь этот ассортимент, и говорят, йоу, а что так можно было? Столько всего, и такие классные продукты. Какие составы? У нас фармацевты разбирают составы, да сравнивают там с другими компаниями, с аптечными. И они говорят, это вообще просто фантастика. Это просто фантастика. Я им доверяю, потому что они специалисты, я нет. Так, что у меня здесь еще есть? Есть очень интересный продукт. Вот такой вот, на нем написано. Секс. Секс. Это гель интимный, да? Клубника на водной основе. Внутри вот такой будет флакончик. Я вам взяла свой показать. Я это прям называю клубничный шейк. Капельку выдули, да. Сейчас, секунду. Оп. То есть это гель для... Как же это выразить-то? Ну, я думаю, вы поняли, да, для чего? Ох, это... Ой, перебивает немножко аромат крема. Ну, это вот прям, это клубничка, это очень приятная штука, долгое скольжение, очень приятный продукт, просто невероятный легкий аромат клубники. Ну, в принципе, у меня как бы клубника, вот она прям ассоциируется с чем-то таким романтичным, прям шампанское клубничка, да, или там какие-то десерты и клубничка, тортик с клубничкой. Вот, как бы клубника – это всегда что-то такое вот, ну, классное, да, ассоциация всегда очень вкусная. И вот здесь, да, то же самое. То есть это продукт, который просто поможет в некоторых ситуациях, да, продлить наслаждение или усилить его. Поэтому тоже рекомендую. Это вот прям новинка-новинка, только появился такой волшебный продукт, просто супер. И еще у меня, ну, я думаю, вы не удивляетесь, да, уже мне, у меня еще 4 новых аромата. Вообще их больше, но мне кажется, я их показывала, я честно не помню. То есть вот эти прям ароматы пришли вчера вот с этой новой продукции, а вот эти я получила вот прям в ближайшие дни. Вот этот в феврале заказывала, точно, я была в Дубае и увидела, что появилась эта новинка. И я, когда прилетела, я сразу его заказала, вот моментально. Я, правда, выкинула, внутри была картонка, которая фиксировала аромат. То есть это мини-аромат, я его называю Ice Dance, потому что здесь очень длинное название, такое Сиель Ice Dance. То есть для меня это вот Ice Dance. Когда я его получила, то просто вот, наверное, недели две я только им пользовалась. Расход у него небольшой, аромат. Я не скажу, что они стойкие. Вы знаете, некоторые ароматы, вот вроде бы, да, вот два одинаковых. Но вот двойка очень будет стойкий, а единичка для меня нет. Может быть, я так его чувствую. То есть он так раскрывается на мне. Но вот этот аромат, это просто вот кайфушный. Я не помню, какой тут состав, и никогда не ставлю цели вот запоминать, лучше записать, да, вот где-то там себе на листочке или как-то. Но это такая вкуснятина, то есть я его наносила и не могла насладиться, вот мне все время хотелось им дышать. Вот, очень, очень вкусно. А потом появился вот такой розовенький, прям совсем недавно. И я тоже его сразу раскрыла и начала пользоваться. Вы знаете, я не успеваю записывать распаковки. У меня что-то приходит, ну, небольшое количество, там, 6-7 продуктов. И я думаю, ну, что их записывать, мне некогда. И я вот сейчас немножко подкопила. Здесь, получается, 3 заказа, да, вот так вместе. И я сразу их все показываю. Ну, естественно, я начинаю чем-то пользоваться моментально. А потом появилась вот эта вот парфюмерная вода. И... Как ее вкусно назвать? Не знаю. То есть, если здесь вот прям написано Ice Dance внизу, то здесь не написано ничего. Но это такая нежнятина, это такой романтик, это просто вот прям женственность, сексуальность, весна, вот это фруктовые ноты, это...
Вот просто, вот я не могу, я его просто обожаю. А вот в последнем заказе у меня пришли, вот видите, они все вкусные. И самое интересное, что вот мне нравится, что вот такие мини, например, даже если аромат, ну, бывает, быстро надоедает. Или как я их люблю много, у меня их огромное количество. И чтобы они вот так не залеживались, то для меня прям вариант отличный взять маленький. Если он мне очень понравился, я могу потом либо большой заказать, либо просто повторить вот эту мини-версию. Но когда я получила вот эти ароматы, то я, честно, офигела от двойки. Вот этот эпизод 2. У нас, кстати, завтра будет... Не завтра, на следующей неделе будет выступать девушка, моя коллега. И она будет рассказывать про ароматы Сиель. Ведь раньше это, да, была отдельная компания, и потом она присоединилась к Siberian Wellness. И эпизоды, да, сначала как бы стало мало ароматов, а сейчас их начали опять возобновлять, производство, и появляется то один, то другой, то третий. И каждый раз я понимаю, что они какие-то необыкновенные, то есть это реплики каких-то очень модных и дорогих брендов. Например, вот эпизод 21, его аналог, да, в бутиках стоит в порядка 30 тысяч. А я выписала где-то, ну, в районе 2600 он стоит, да, в каталоге. То есть, ну, разница космос, в 10 раз. А аромат просто невероятный. Кстати, я уже последние 3 дня хожу, вот вижу, у меня на столе стоит эпизод 21. Ну, это что-то невероятное. Вот когда хочется соблазнить мужчину, то эпизод 21, однозначно. А что такое эпизод 02? Это лимон. Вот прям вот. Лимон, но при этом он такой мягкий и деликатный, не такой вырви глаз, да, что там просто слезы пойдут, а это классный такой цитрус на лето, я думаю, это будет моя любовь, тоже им с удовольствием прям пользовалась, несколько раз наносила, очень понравился, а вот эпизод 01 я не поняла, нет, я не скажу, что он мне не понравился, но это пока для меня аромат-загадка. Вы знаете, очень часто такое бывает, что некоторые ароматы мы не можем сначала понять. Почему? Потому что мы думаем шаблонно, мы воспринимаем ароматы тоже шаблонно. Вот привязались, например, к каким-то нотам, и все, это мои, мне не нравятся. Но есть некоторые ароматы, вот он, да, как его назвать? Как будто здесь какие-то древесные, травяные даже ноты. Ну, не могу вам точно сказать, что я чувствую, но я могу сказать, что он, скорее всего, будет влиять именно вот раскрываться во время, может быть, танца. Когда ты двигаешься, он будет как-то вот раскрываться в теплоте, да, на горячей коже, очень мягко, влекуще, потому что древесные ноты, они всегда очень необыкновенно влияют, да, на мозг. И я слушала лекцию как раз парфюмера, и она говорила, вот если вам какой-то аромат не нравится, вот сразу внюхать, говорит, фу! И вот она говорит, а возьмите прям этот аромат, и недели две вот прям нюхайте его. Не надо его на себя даже наносить, нанесите его на какую-то, может быть, салфетку, да, на какой-то вот предмет, может быть, да, или на какую-то кофточку. И просто вдыхайте его несколько минут в день, и смотрите, как у вас будет перестраиваться отношение к этому аромату со временем. И она говорит, что зачастую аромат, когда мы, да, вот тот аромат, который мы не взлюбили изначально, но мы начинаем, да, к нему приучаться или, да, вдыхать его просто вот как, ну, как эксперимент, то он меняет некоторые, да, наши нейронные связи. И, честно говоря, я вот офигела. У нас есть линейка ароматов, они номерные, мы их так называем, да, там денежные ароматы. Единичка, шестерка и девятка. Когда я получила шестерку, я сразу влюбилась. Вот для меня этот аромат был вот просто гипнотический, потому что там тоже цитрусовая такая лимонная нотка свежая. Я люблю такие ароматы. И когда я его вдыхаю, у меня сразу идея. Я еще сначала не поняла, откуда у меня стали приходить новые идеи по развитию команды, там какие-то марафоны. Потом, да, я послушала тоже лекцию, объяснили, что так влияет на наш мозг аромат, что новые нейронные связи возникают, генерятся идеи, ты становишься, да, какой-то масштабный, выходишь в масштаб.
и больше начинаешь зарабатывать. И мой чек, он тоже, да, растет прям в геометрической прогрессии. Когда я получила девятку, он мне сначала не понравился, хотя там вишневая нота есть, которую я очень люблю, но были и другие ноты, которые сначала мне не понравились, а потом, когда я его нюхала, то есть я ставлю прям аромат на стол, я же много сижу за компьютером и работаю, я ставлю аромат на стол и просто его периодически открою, подышу им, закрою, подышу, закрою, и потом я влюбилась в этот аромат. То же самое было с единичкой. Сначала вроде как не особо любовь, но теперь вот я смотрю на них, на три аромата, и думаю, так, какой же выбрать? Все нравятся. И я такая, ну, возьму вот этот. И выбираю какой-то из них, потому что очень все нравятся. Поэтому ароматы, конечно, здесь нереальные просто. Особенно вот селективная серия ароматов, они дорогие, они очень стойкие, они неординарные, ни на что не похожие. И вот, смотрите, что я заказала. Я собираюсь лететь в Сочи. У нас будет день рождения команды. Как его открыть? Сейчас попробую. У нас будет день рождения команды. Мы там собираемся с партнерами. У нас будут тренинги, веселье, общение. Вот. И я думаю, я лечу всего на 3 дня. И чтобы не тащить с собой лишний груз, даже вот это же тоже лишний груз уже, да? Мне же не надо так много аромата. Я заказала вот такой пробник, и это, кстати, один из моих любимчиков. Аромат называется White Rose Musk. Вот такой вот обалденный пробничек, то есть его тут достаточно. Сколько миллилитров где-нибудь написано? Я думаю, здесь прям вот 5, может быть, миллилитров, может быть, 3, 1,5. 5-3, 1,5. Но этого достаточно на 3 дня, при том, что если это прям любовь-любовь, тем более они очень стойкие, вот эти розочки. У меня есть все 5, но я могу сказать точно, что один был лишний. Я не знаю, кто им будет пользоваться. Он 5-й, да, красная роза, он просто такой, а, караул, откройте окна, двери, да, выпустите меня на улицу. А этот мускусный, цветочный, потрясающий аромат, вот этот пробничек просто возьму с собой, даже просто без бумажки, просто брошу его в кармашек сумочки и буду им пользоваться. Представляете, как это удобно? Малышка такая. И вот, и все. На этом обзор закончился. Вы увидите, как я люблю поговорить, да, прям подегустировать вместе. Ой, отовсюду вкусно. Пахнет, тут клубника намешалась, да, тут море, отовсюду вкусно пахнет. Я уже такая расслабленная и хочу быстрее записывать видео вот с этим коллагеном, чтобы попробовать его и вам рассказать, насколько он хорош. И что же я вам хочу сказать в завершение этого видео. Желаю вам крепкого здоровья. Если у вас не оформлен еще карта клиента, то обязательно перейдите по ссылке в описании видео, оформляйте карту клиента. Я получу письмо, что у меня новый клиент в команде оформил карту, я с вами свяжусь, заведу вас в нужные вам чаты, дам нужную вам информацию без перегруза и так далее. И помогу выбрать продукцию, чтобы у вас первый заказ был такой, вот, чтобы вы кайфанули просто, чтобы все было нужное, полезное и классно. И до новых встреч на моем канале. Подписывайтесь, кстати, и нажимайте внизу такой колокольчик, чтобы получать оповещения о новых роликах. Всего доброго, пока-пока!